Привет, мои дорогие все. Выполняю ваши заказы. Вот я в отделе, где эти костюмчики висят. Но их уже поразбирали, уже практически пустые стойки. Вот, Валерочка, я взяла вам синий костюм. Размер М-ка, так как зелененького костюма нет М-ки куртки, только Л-ки. Вы мне написали, что можете взять или голубой, ну или синий, или же зеленый. Так что выполняю ваш заказ. Вот видите, уже пустые стойки. Практически ничего нет. И вот нашла еще по 5 долларов. Вот такая симпатичная курточка. Мой Дэл любит такой стиль и такую ткань. Вот возьму еще ему такую курточку. Ребята, вот смотрите, я вам показывала в предыдущем видео вот такие меховые жилеточки, да? Смотрите, цена 22 доллара, да, практически. И посмотрите, сейчас будет шок. Посмотрите на эту цену, 5 долларов. Ну вот как? 5 долларов. И вот следующий момент, смотрите, эти платья были, по-моему, по 15 или по 20 долларов. И смотрите, уже доллар. Конечно, качество такое обычный трикотажик, но тоже для женщин, у кого есть свой огородик, допустим, свой частный домик, дача, чем плохо вот приобрести такое платье летнее. Доллар, девочки, вообще. Что еще у нас по доллару? Сюда надо ходить каждый день. Такие большие футболки по доллару вижу. А вот смотрите, какая прекрасная блузочка. 5 долларов. Очень хорошая на большие объемы. 3X. Вот, наверное, возьму для своей тети. Отличная блузка. Класс. Черненькая, беленькая, красненькая. Прекрасно. Сейчас возьму для тети своей. Нарядненькая, куда-то выйти. Нашла пиджачок вельветовый. Вроде бы ничего не цепляется к нему. Он среди вещей, но он совершенно чистый. Сейчас я его померю, девочки. Темно-синего цвета, вот вы видите. И опять же цена 5 долларов. Померю, сейчас посмотрю. Девочки, зашла в примерочную. Хочу вам продемонстрировать вот эту жилеточку меховую. Мне она так очень нравится. Возьму обязательно сестре. Сейчас подумаю, нужна ли она мне также. Ну и вам покажу заодно. Так, не знаю, будет ли хорошо видно, конечно же, не очень, освещения здесь практически нет. Ну, вот такая жилеточка, смотрите. Очень приятная на ощупь, длина хорошая. Можно одевать под такого же цвета блузку, свитерок и вязаная спинка у нее. Мне нравится. Вот, смотрите, длина. Ну, конечно, ботинок не подходит сюда. А так, впрочем, ничего. И тепленько. Следующий вариант – это пиджачок. Вот. Вельветовый пиджачок. Темно-синего цвета. Сел отлично. Как раз под мои ботинки. У меня еще одни есть у нас синего цвета ботинки. Там каблучок повыше. И ткань репсовая. Ну, вот смотрите, пиджачок. Ну, вот чем плохой. Классный. Наверное, я его возьму также в свой гардеробчик. Отличный пиджак. Мне нравится. Показываю плиси. Видите, такая вот фактура. Вельвет тоже нынче в моде. Вот так. Вот вешалка с джинсиками. 5 долларов также. Ну вот, смотрите, и на пуговичках, как модно, да, чтобы гульфик был на пуговицах. Вот, модные дырочки,
Латочки. $5, пожалуйста, на любой вкус, цвет и кошелек. Вот, смотрите, эти курточки. Прекрасно, вот $5. Курточка меховая для подростка, может быть, для молодой девушки. Чем плохая курточка? Но не бренд. Ну и что? Можно подумать, бренд. Мы платим деньги за это имя. Вот и все, девочки. Ну, может быть, немного качественнее ткани, конечно, закупаются, с которыми работают, так скажем, имена, дизайнеры. А так, в принципе, мы переплачиваем только за имя. Ребята, я все понимаю, большие скидки, распродажи, все продается практически за символическую цену, но я не могу одного понять, себестоимость одежды, себестоимость одной единицы. Я, конечно, вас привела в дешевый супермаркет Walmart, но те слухи, которые ходят о Walmart, что здесь некачественные вещи, некачественная еда, продукты, все это ошибочное мнение. Я вам позже дома все расскажу и объясню, как это все работает в Walmart. Так, покупаю вот штанишки, которые я вам показывала в прошлом видео. Покупаю штанишки. Красненький, да? Элечка, окей. Все, я беру штанишки для Валерии. Окей. Ищу хурму, девочки. Вот вышла на разведку в овощной отдел. В прошлом году так объелась этой хурмы, этого королька. В этом году нет, уже зима заканчивается. И хурма, видать, не поступала, не знаю. А так хотелось бы пополнить организм витаминчиками. Хурма очень полезная. Конечно же, когда она спелая. Неспелую хурму, многие знают, есть опасно. Нету. Манго, вот, пожалуйста, 98 центов. Per each. Один плод 98 центов стоит. Киви $4 упаковочка. Лимон, гуава. Гуава 2,48. Алоэ вера $2 практически. Ладно. Выходим. Вот смотрите, всевозможные добавки в салаты. Мой любимый вот этот. Сушеная вишня и с орехом, глазурированным орехом. Вот стоимость 2,98. И что еще можно взять? Потому что я решила салаты есть каждый день. И можно вот так взять еще с клюквой и также с орехом. Тоже очень вкусненько. Комплектики, шапочка и шарфик. Какая прелесть. Состав не буду смотреть, но просто показываю вам варианты и цена. $3. Нашла наконец-то зеркало в этом супермаркете. Вот посмотрите, вот эта жилеточка как выглядит. В общем и на мне. Вот я решила взять тоже себе жилеточку. И для своей сестры. Девочки, кто хочет, размеры разные есть. Я могу завтра побежать и купить вам. Всем привет! Снова я уже дома. Разложила вещи, которые будут отправляться на Украину. Сейчас я вам хочу показать, что я приобрела для своих родственников. И кое-что для себя. Также продемонстрирую несколько комплектов на ваше обозрение. Итак, для моей младшей племянницы. У моей родной сестры есть две дочери. Одной
21 год, а второй 9 или 10, не помню точно, девочки. Ну, в общем, вот так, для младшей племянницы. Вот такая кофточка спортивная, она у нас спортсменка, она у нас занимается фигурным катанием, и пригодится ей вот такая спортивная кофточка. Вот, стоила доллар, вижу и вам показываю. Фирма Атлетик, очень хорошая фирма. Дальше, также для нее идет вот такая курточка и футболочка, симпатичная футболочка для Златочки. Дальше пижамка для нее, вот такая симпатичная пижамка, я ее вам показывала как-то в одном из видео, где я снимала свои покупки. Очень симпатичная, тепленькая такая, оригинальный дизайн. Вот ценник еще есть, 10,76. Такое платьечко я ей нашла. Тоже симпатичное, элегантное, простое, с белым воротничком. Я думаю, тоже можно одеть куда-то в гости сходить или просто в город пройтись. Вот такие штанишки я взяла спортивные, вам тоже их показывала. Тепленькие, на меху. Вот, видите, очень хорошенькие штанишки. Так, цена $5 они стоили. Дальше это для моей сестры домашняя такая одежда, ходить в доме. Дальше для Златочки, для племянницы еще вот такой свитерочек симпатичный. Цена $9. Такие джинсики я и нашла. Тоже симпатичные, модные, с лампасиком. Цены не вижу уже. Так, еще Златочки, еще один свитерок. Может быть домашний, а может быть можно выходить на прогулку, в парк, может быть даже на тренировку. Вот, стоимость $15. Дальше нижнее белье, трусики для Златочки, комплектик. Катончик. $5, 5 штучек, $5. Опять для Златочки спортивная кофточка вот такая. И для старшенькой то же самое, тот же дизайн, спортивная кофточка. И вы, наверное, видели, я тоже себе приобрела такую семейную кофту спортивную. Так что мы все одинаковые будем. Это для младшей и для старшенькой. Дальше для старшенькой вот такая идет курточка меховая из синтетического меха. Она у нас стоила по скидке, по-моему, $5, девочки. Вот я взяла для Маши курточку. Так, откладываем. Дальше вот такие спортивные домашние брюки я взяла по доллару себе и сестре. Улетят. Уедут. Дальше это я взяла для своей подписчицы Валерии. Вот она заказала костюмчик спортивный зеленого цвета, Валерия, потому что синий мне все-таки не понравился, он смотрится очень просто, и там какая-то другая ткань, там больше катона, и он быстро выйдет у вас из строя, я так себе подумала. Вот, вот такой костюмчик Валерий и вот такие брючки, точно такие же, как и Златочки идут, на меху. Все, вот это тоже отправится в Украину. Валерия у нас тоже живет на Украине. Так, дальше. Ну, блузка. Блузку я вам показывала в магазине. Это я взяла для тети своей. Она у меня большого размера, женщина. Вот будет тоже ей выйти или же просто приодеться в доме. Она у меня болеет и на улицу очень редко выходит. Вот будет тетя Милы такая красивая, шикарная блузочка. Дальше не удержалась, взяла опять же вот эту жилетку меховую для себя и для сестры. Для сестры своей, да, Татьяны. А вот моя жилеточка. Вот видите, я две взяла. Так, дальше, девочки. Дальше я нашла
вот такую курточку для своего сына, для Даниэля. Я считаю, что симпатичная, неординарная, с кожаными вставками, змейки такие необычные, необычной конструкции. Я думаю, что ему понравится. Тоже, видите, внутри на меху, сверху вязаный трикотаж. Так, вот для своей сестры я взяла еще вот такой свитерок. У меня тоже такой есть. И для Тани я взяла тоже такой свитерочек. Сколько он стоил? Там со скидками были. Здесь 25. По-моему, было наполовину. Скидочка. Потом я нашла вот такую сумку пляжную, где-то, может быть, выйти на речку на лодке покататься и что-то взять с собой. Полотенце, купальник. Вот, пригодится такая сумочка тоже для таких выходов. Так, и нашла, девочки, кроссовки себе. Посмотрите, достаточно приличные кроссовки. Я была поражена и удивлена. Вот видите, ну хорошие же кроссовки. Написано Memory Foam. То есть есть память, так скажем, вашей стопы. И посмотрите на эту цену. $3, 6,5 размер. Я их померила, они еще даже чуть-чуть велики. То есть, видите, всегда нужно мерить. Если я сейчас ориентируюсь на семерку, видите, здесь несоответствие. Я померила, а они шикарные. Вот так. Хотела еще сестре найти. Нету, только одна пара. Так, и что? Что сегодня я еще вот заметила? Это мой вот этот пиджачок вельветовый. Я все-таки его взяла. Сейчас попробую вам продемонстрировать, одеть все. И показать, как сидит на мне. Может, я вас и разочарую. Дальше вот такие брючки я взяла себе. Еще одни в красном цвете. Что-то потянуло на красненькое. Но я их померила, вроде бы и не увеличивает меня эта клетка. В общем, тоже одену, посмотрите. И вот такой свеженький комплектик я себе укомплектовала. Юбка у меня уже давно имелась. Вот такая трикотажная юбочка. И совершенно случайно я подобрала вот эту блузку, девочки, к этой юбке. Я считаю, что очень хорошо будет смотреться. Еще мне надо будет подобрать обувь какую-то. Обуви еще нет под этот комплект. Ну и все. И вот так. Вот такая огромная посылка будет идти на Украину. Где-то в середине февраля, я так думаю, я ее уже скомпоную окончательно. Все, теперь я буду демонстрировать свои наряды. Несколько комплектов, девочки. Ну что, девочки, первый комплект с этой новой жилеточкой. Вот такой у меня есть свитерочек с таким рукавчиком. Такая вышивка приятная. Под черные брючки. Здесь немножко изменения. Я одела просто рубашку мужского кроя. Демонстрирую мои брючки новые в клеточку. Моя старая футболочка с прошлого видео. И кроссовочки на конфетке. Я думаю, неплохо. Мне так понравились эти брючки такие веселенькие. Что вы скажете? Еще один вариант моих брючек. Очень цветные, очень веселенький принт. Я скомпоновала с этой футболочкой и думаю, что неплохо. И вот мой новый пиджачок. Укомплектовала с черными брючками, с такими вот ботиночками точно такого же оттенка, темно-синего, из репса. Ну и вот такой мой образ. Внизу я одела обычную футболочку. Что, вот еще один комплектик состоит из юбки и блузки новой.
юбке уже лет 5, туфлям года 3, наверное. Сниму, покажу поближе. В общем, вот так я комплектовала. Такая юбочка и вот такая вот блузочка. Я считаю, что здесь нужно колготы другого оттенка. Этот оттенок не подходит. И также нужно поменять нижнее белье, потому что все в обтяжку и все отпечатывается. Это тоже не есть хорошо. И сейчас вам покажу туфель. Туфель совершенно замечательный, на мой взгляд. Вот, посмотрите. Из натурального ворса. Итальянский Real Fur Dyed Hair Calf. Мне очень нравится этот туфель. И у меня еще есть сумочка под него. Сейчас вам покажу. Вот такая небольшая сумочка. Тоже с animal print. Ну, в общем, вот так. Я считаю, что не очень сюда подходит, потому что блузка в горох. Здесь принт животный. В общем, туфель, обувь сюда нужно подбирать отдельно. Это не подходит сюда. И колготы, конечно, тоже оттенок не подходит. Ну что, я на этом буду заканчивать видео. Продемонстрировала вам мои наряды. Пишите в комментариях, что вы считаете, подходит, не подходит. Ставьте свои оценки. В общем, как обычно, будьте активными. Всем хорошего и до следующих видео. Пока!